В МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме Столинского района. По прибытии спасатели обнаружили, что крыша кирпичного дома охвачена огнем. Хозяйка с маленькими детьми находилась на улице. Оказалось, что семью спас пожарный извещатель. Пока все спали, звук извещателя услышал сын женщины и разбудил мать и сестру. Так как горела крыша дома и веранда, семье пришлось выбраться через окно. Причина пожара устанавливается.